И время уже очень поздно. Да нет там никого еще. Нету. Поздно уже время. Вот появились два. Привет всем, привет, королевы. Сегодня мы с Кнопочкой, не щурься. Кто я? Ты. Сегодня меня тут так, с краешку, я с доченькой, вот приехали ко мне мои Кнопочки. Ты что, тоже замерзла? Да, пошли куда-нибудь. А куда? Дом 2. О, Малмыгин кинул старую коргу Криса своим Малмыгиным. Ну, пошли. Доброй ночи, спасибо, и вам тоже спокойной ночи. Доброй ночи. Привет. Привет, Дарья. Нет. Мудрова. Дарья Мудрова. Моя принцесска. Привет, привет. Блин, поздно вышли, что-то я забыл совсем. Надо было пораньше выйти, но давайте хоть немножко посидим. Пообщаемся. Ко мне детишки мои приехали с мамой. В гости. А пошли, дочь. Дочь. Пойдем. Сейчас уже баиньки. Дочь у тебя классная какая. Спасибо. Кинул или нет? Смотрите по эфирам, ребят. Сань, идем, я тебе покажу, Сань. Вон, смотрите, сыночек мой. Мужичок. А. Дочь, ну аккуратнее надо. Я чтобы не бегать. Да никто никого не кинул. Вместе они пишут. У Жени с Крис все хорошо. У Жени все хорошо. Дети поздно не спят. Да, потому что только приехали в гости. Поэтому позволено, да, дочь? Ночной дожор у нас сейчас был. Мы тут ели. Теперь вот.